Мне очень понравилось, как все организовано на стадионе «Локомотив». Это действительно так. От входа с улицы, при условии того, что сейчас для футбола не такая подходящая погода, сейчас примерно где-то минус 20, но и болельщики, и игроки все в комфортных спортивных условиях находятся. Это очень замечательно. Во-первых, мне очень нравится позитивная атмосфера болельщиков, как они следят за игрой. Сюда можно приходить с детьми, с семьей, и это замечательно. В следующий раз я приду со своими детьми, и они тоже получат огромное удовольствие.